Всем привет! Продолжаем наши видеообзоры. Сегодня у нас вот такой кухонный нож, нож-шеф. Как известно, шеф-нож – это главный нож на кухне. Это многофункциональный инструмент, основной задачей которого является нарезка продуктов любой сложности. Отсюда и название «шеф-нож». По сути, может заменить на кухне любой другой тип ножа. Длина клинка данного ножа 190 мм. Рукоять 120 мм, наибольшая ширина 45 мм, сталь 95Х18, не ржавеет, а твердость 57-58 единиц. Как известно, значит, бывает два типа шеф-ножей, это европейский или японский Сантоку. То есть европейский шеф имеет прямое лезвие с острым кончиком. Вот Сантоку более плоское лезвие, а его кончик более скошенный. То есть, как бы наш шеф относится к японскому типу. Вот, и в переводе с японского Сантоку означает три хороших вещи. То есть нож режет, шинкует и рубит. Вот такой вот нож. Приобретайте, заказывайте.